Всем привет! У нас на обзоре торговая марка Nivea Men. Защита и уход, увлажняющий бальзам после бритья, защита от сухости кожи с алоэ верой. Покупал по акции 280 рублей в Окее. Он также по акциям встречается и в торговой сети Пятерочка, Магнит, в том числе Лента и так далее. Для меня, по крайней мере, это новиночка. Кстати, Nivea Men бальзамы после бритья делятся на две основных категории, о которой я чуть подзабыл, и об этом немножко позднее. А именно, бальзамы с алкоголем, со спиртом, либо без. На те, которых без алкоголя, на упаковке, а может быть и на самом флаконе, написано 0% спирта. Об этом я вспомнил только когда купил данный бальзам. Заметил новиночку, у меня не было еще защита от сухости кожи. Смотрим состав. Алкоголь 17,11%. Что ощущается, когда вы его наносите? А именно, я вспомнил об этом, о том, что 0% спирта подразделяется на категорию и без спирта. Когда стал наносить, почувствовал парфюмерную отдушку, которая являлась не просто какой-то ароматической композицией, а именно сочетанием закамуфлированного алкоголя, спирта в бальзаме. И достаточно для меня это был сравнительно резкий запах, потому что я пользуюсь бальзамами без спирта в своем составе. Открываем и смотрим. Синее стекло. Первый раз у меня подобный флакон. Обычно они из белого стекла делают непрозрачного. А здесь вроде бы полупрозрачное стекло. Убираем крышечку. Внутри состав белого цвета. Были определенные бальзамы от торговой марки Nivea. Покупала я их, где зеленоватого цвета был бальзам. В данном случае он белый. Запах для меня именно рисковатый. Скрыта бальзамом алкогольная композиция. Почему говорю скрыто? Потому что, может быть, если присутствовал какой-то лосьон без сильной ароматической отдушки, без каких-то запахов, нот, допустим, цитрусовых, а именно простой лосьон с сочетанием алкоголя, то спирта, данная его составляющая алкогольная, спиртовая, она бы сильнее ощущалась. А здесь именно скрыто некими парфюмерными отдушками плюс самим бальзамом. Но, по крайней мере, для меня этот вариант слишком по запаху резкий. Ну, кому как. По ощущениям. Давайте сначала прочтем. Увлажняющий бальзам после бритья. Как это работает? Формула с алоэ вера и провитамином В5 ухаживает за кожей, защищает ее от внешних воздействий, вызывающих сухость. Смягчает кожу, увлажняет, снимает ощущение стянутости, защищает кожу от сухости. Уже говорил о наличии спирта около, еще раз посмотрим, не около, а более 17%. Ощущается ли спирт после бритья? То есть, если вы используете лосьоном с различным сочетанием спирта, то можете почувствовать пощипывание, так как после бритья кожа повреждена, микропорезы, микротравмы. Поэтому спирт некое играет не только заживляющее воздействие, функцию выполняет, но и в том числе вы его ощущаете как покалывание, пощипывание. Здесь не могу сказать в данном случае, потому что именно увлажняющие и уходовые свойства бальзама, они нивелируют, убирают, именно, мне показалось, спиртовое воздействие на кожу в форме пощипывания, покалывания, хотя вроде бы присутствует. Также бальзам имеет некую липкость, не блестящую, не жирную, а когда вы нанесете на кожу лица, то в принципе, не сразу возникает ощущение скольжения, когда вы проведете по щекам, к примеру, пальцами рук. Они слегка тормозят. Именно ощущение присутствия некого средства, которое легкое движение пальцев по лицу тормозит. И нанесли, когда на кожу лица, потом пальцы потрогаете, тоже ощущение вот некой липкости, торможения присутствует. На мой взгляд, на лето самый такой вариант подходит, потому что из-за спирта на зимний, если у вас кожа недостаточно напитана, увлажнена, на зимний период времени, может быть, не будет выполнять свои функции. Хотя
у Нивея бальзамы после бритья, они, в принципе, увлажняют и питают даже и в зимний период достаточно хорошо. На летний период уже отметил, и для тех, кто хочет в составе, чтобы присутствовала некая составляющая спирта, компонента алкоголя, потому что определенный ранозаживляющий эффект, он, естественно, алкоголь выполняет, спирт. Но я не знаю, как сочетается, что якобы защита от сухости кожи и увлажняющий бальзам, когда в наличии алкоголь, потому что это в моем представление определенное противоречие компонентов увлажнения и алкоголя. Алкоголь никогда в любом сочетании, спирт в составе того или иного средства не выполняет роль увлажнения. Он наоборот подсушивает кожу. И для тех, у кого проблемы с тонкой кожей, она не жирная, не комбинированная, присутствие алкоголя, может быть, сыграет некую не очень положительную черту, положительный момент по воздействию на кожу. Ну, в принципе, все сказал. Обращайте внимание, еще раз повторю, если в составе алкоголь, для кого это критично и принципиально, 0% спирта у Нивея линейка, то значит там нет алкоголя в составе. А когда они ничего не указывают, то необходимо смотреть на коробочку, где указан состав. Попробуйте. У Нивея, еще раз повторю, в принципе, линейка бальзамов неплохая. Нравится. По акции самое то, 280 рублей. Сколько здесь объем? 100 миллилитров. Допустимо, приемлемо, и цена такая более-менее адекватная.